А тебе такой чай большой. Доброе утро. Всем привет. Всем привет. Что, Санечка, там греешь? Каша. А, да, я сегодня кашу сварила. Все решили с яйцами позавтракать, а мы с Санечкой кашей. Все, поела. Мама, да сиди ты, там Саша сейчас сядет. Что-то на стульев не хватает. Где все? Один на веранде. А почему они там? Сейчас Настя писала. София в садике, приедут после садика. Сегодня я борщ сварю. Женя давным-давно просит. Саша, сходи какой-нибудь стол принеси, не знаю где. Картошку по-деревенски с соусом, да? Mm-hmm. Я там крылышки достала. Еще крылышки. Ну, в общем, и борщ. Обожаю борщ. Угу. Алина меня вчера привезла. У Насти осталось. Сегодня она едет обратно в город. Ее на день рождения пригласили. Софа какая-то, София. Они поедут в бассейн. И уже сказала, приедет туда ближе к дню рождения. В общем, не скоро. Если только мы на море не соберемся. Сегодня четверг. Сегодня, может, нам машину отдадут. А? Я уже жду, не могу дождаться. Ну? Нужна машина. Кровь из носа. Одеваться, обуваться, медкомиссию проходить к этому, к лагерю. Я думала, к школе. То мне надо справку на гимнастику. И тебе, наверное, тоже заодно возьмем на танцы. Зачем справка? Ты то, что я здоровая? Да. Надо. А, Санечка, извини, садись, я пошла. Нет, я еще чай пью. Ну ладно, ладно, садись. Вон тот возьми. Ну, извини, я там сидела, видео снимала. Где-то надо все стулья принести, хотя бы еще два. Так, надо будет попылесосить сегодня и полы помыть. Так-то пыль мы везде вытирали. Это девчонки что-то смотрели уже. Ладно, сейчас подожду, пока все поедят, и пойду готовить. Попробуй со своего телефона на YouTube зайти, а? Просто зайти? Да, на YouTube ой, попробуй. Не на какой, просто на YouTube. Ну, у меня с VPN хорошо работает. А, с VPN? Да. Я что-то посмотрю. Представляете, вообще не могу зайти на YouTube. Ну вот у меня все нормально. Вот у меня все нормально. Вот. Что-то грузит, что-то нет. Кстати, тут вообще не грузит YouTube. Все. Похоже, нам кана. Хана. И на главное, ВК открывается, все открывается. Ютуб вообще не открывается. Ну, ВК это российская. Ну, у меня работает с VPN. У меня нету VPN. Я не соображаю, не знаю, как, что делать. Настя сегодня приедет, может, посмотрит. Ну, вчера только новости были нормальные, что замедление приостановлено. Так обрадовалась. Мне кажется, если они пошли до конца, то пойдут до конца. Мы не говорили, Инстаграм не будет у русских пользователей работать. Вот не работает. Теперь с VPN как в Инстаграме сидим. ТикТок то же самое. У меня работает. Тихо, ничего не говори. Что? Ладно, дорогие мои. Я это сейчас загружу на Дзен. И скажите, у всех так? Или только у меня, у одной? У меня пока только борщ. Налила. Вот
тем, кто хочет кушать. Картошку для запекания я всегда в микроволновке готовлю. Минут 10-15. И замариновала крылышки. Все. Пусть немножко постоит. Картошка остынет, а крылышки помаринуются. Че ты, Кузя, тут кидаешь все? Капуста. Папа, это мой кофе. Сейчас я его допью. Он капусту здесь собирает. Ну, молодцы, капусту ему тут накидали. Он хочет обратно. Что, тебе не открывают дверь? Он лезет. Отгоняешь, он летит все равно. Сам закрывай двери. Кишка. И как я? Кузя. Иди сюда. Девчонки играют, сидят. Да. Немку. Семейный. Это капуста. Женечка ногу повредила. Опять. Он ударилась как сильно в железку. Да я не трогаю, я вот так только какая сделала. Какая разница, вся нога болит. Все, лежит теперь. Ты хоть играть бы могла с детьми. Что тут девчонки натаскали? Все, книжку читай. Сядь. Вот девчонки, ну вот постоянно мне приходится ругаться. Полотенце кто сюда принес? Мамина Галуся. Быстро на место положите, я уже вторую за сегодня поменяла. Так, картошка сейчас уже остудится. Все, поели. Ага, курица у меня только поставила. Пусть стоит. Вкусная дыня? Угу. Сейчас доедите, арбуз порежу. Все поели уже. Поэтому сейчас арбуз порежу. Сегодняшнее утро, конечно, меня конкретно напугало. Я даже на Дзен видео выложила. Потом смотрю, люди стали писать, что опять стало все работать. Я пошла, проверила. На ноутбуке, главное, все открывает, все нормально, все хорошо. А на телефоне еще, наверное, с полчаса ничего не работало. А на телевизоре пока еще тоже не включается. Видимо, как-то идет волнами, что ли, вот это вот открытие Ютуба. Почему я испугалась? Не потому, что, знаете, что пишут, ну, знаете, даже везде там, все, пойдете на завод работать. Я не боюсь, что мне придется пойти работать. Пойду, кем я могу пойти? Пойду также где-нибудь полы мыть или товар оставлять. И, знаете, жизнь заставит, и как в том фильме, и не так раскорячишься. Я не этого испугалась. У меня есть несколько проектов рекламных. И я вот всегда боюсь, не дай бог, кого-то подвести. И думаю, блин, ну как я... Ну и слава богу, все заработало. И надеюсь, я знаю, что читала тоже новости, что замедления никакого не будет. Насчет выключения, конечно, не знаю. Но испугалась сильно. Еще несколько вопросов там было, в основном на Дзен. На Дзен спрашивать, я там отвечаю, конечно, потому что там комментариев, ну, мало, там 7-10, там я могу спокойно отвечать на комментарии. И вот на Дзене спрашивали, не спрашивали, а написали, пусть бы Алина тоже купила машину и ездила бы, где-то там помогала. Алина уже вот несколько раз, может быть, то, что еще молодая. Она, нет, я не смогу на машине ездить, не смогу. Ну вот кто-то вот уверена, да, вот как Настя, она там любит, на, как бы за рулем все. Алина говорит, нет, я не вижу где-нибудь там, ну, знаете, есть собранные люди, а есть такие, которые не могут. Пока она ни в какую, она нет, я не пойду на права учиться. Дарина, конечно, ой, я пойду на права, но Дарина тоже еще не созрела, я думаю, так. Саша, я вырасту, я буду за рулем, но не знаю, с ее зрением
Сейчас у нее 4,5, а вообще разрешат ли ей с таким астигматизмом, конечно, еще не знаю. Но пока у нас из детей права только у Насти, ну и Васи. Они мне все. У нас тут такая маленькая машинка ездит, знаете, ну совсем малюсенькая, она какая-то такая смешная, там, ну, на 2 человека. Они все. Мам, давай мы тебе купим такую машину, давай мы тебе такую купим, давай мы тебе вот такую маленькую купим. Я говорю, я не хочу, не хочу, я боюсь, я уже отвыкла, права у меня. Я не знаю, надо, кстати, наверное, проверить, у меня есть, я ездила несколько лет. Ну, сейчас я просто-напросто вообще не смогу. Они, я говорю, если уж совсем приспичит, то тогда этот, знаете, такой велосипед трехколесный есть. И вот на таком, ну, не за рулем. Это же все-таки опасно. Опасно почему? Машин очень много. Очень. Столько машин, во-первых. Во-вторых, сейчас дети, вот они на этих мотоциклах. Особенно, как наступает вечер, они как начинают гонять. Вот встанут там на заднее колесо и едут. Всякие вот эти вот, на чем они там ездят, эти не мотороллеры, блин, забыла это слово. На самокатах, на вот этих электрических, это же собьешь и все, на всю жизнь ты в тюрьму сядешь. Я говорю, нет, нет, я не хочу, я потому что боюсь. В общем, вот так. Настя приедут, когда Софийку из садика заберут, а я уж тут осталась. Сейчас сначала курицу доготовить, поставлю картошку. Вот. Прогноз погоды от нас. Жарко. 32, конечно. Ну, конечно, солнце греет, так мне кажется, еще больше. Простите, что опять забор. Ну. Зачем? И что, каким зеленым? Здравствуйте. А что, коричневым? Можно черным. Ага. О, Вася, уже сделали. Я говорю, надо. Потому что ночью прохладно, да, плюс 17, вода остывает. Вчера дети тут 3 часа, наверное, купались. Ой, какая хорошая вода. Вода же. Не, в нее все равно прохладно. Остыло, потому что за ночь. Надо фильтр сейчас ставить. Ну, фильтр надо поставить. Дети уже, мама, когда мы купаться будем? Я говорю, подождите Софийку. Он тоже захочет. Все уже готовы. Так, сейчас осталось отдохну, а покрасить, как туда сюда Дарина ходит. За шарнирами пойдет. За шарнирами пойдет. Вот уже бросили, надо постирать. Томины. Так осталось, сейчас у меня пылесос зарядится. Вчера забыли. И это, попылесосить и полы помыть. О, как летает грязь вот эта. От березы. Я вот на уголке нашел, она будет вот тут под стрихой это решить. Ну да, все, да. Ну там сколько грязи валяется, там болтается, ну. Все, Женя мне попылесосила. Я полы помыла. Настя уже где-то едут. Как раз все успела. Пойдет, потащу. Это положу. Посуду руками мыла. Мне кажется, быстрее. Тут еще ели потом девчонки. Картошка уже готова, то, что с курицей. Хотела салат сделать. Девчонки так капусту все стаскали. Я выгнала на улицу, чтоб полы помыть. Так, все.
все, пойду ждать на улице. Просто София мне, баба, а ты меня на улице ждешь? Я говорю, нет еще. Ну, баб. Я говорю, ладно, сейчас я пойду на улицу тебя ждать. Девчонки протирали. Только еще грязнее стало. Да, кот. Пойдем, девчонок. Ой. Внуков ждать на улице. Где-то едут.